Всем здорова, чуваки! С вами, как всегда, на связи Брайан, и мы вместе с вами продолжаем играть в Аттилу Total War за Восточную Римскую Империю на Легенде. Итак, одержали мы с вами малую победу. Многие из вас просили, чтобы я продолжил кампанию за Восточную Римскую Империю, ну и, собственно, мы ее продолжаем. Ну и сейчас я немножечко, скорее всего, поясню, до каких пор мы будем играть за Восточную Римскую Империю. А играть мы будем с вами ровно столько... пока не захватим полностью Галлию, включая провинцию Лугдунскую Галлию, Белгику, Секванию, не захватим с вами Верхнюю и Нижнюю Британию. И, собственно, когда мы достигнем вот этих целей, я думаю, на этом мы с вами кампанию остановим. Поскольку я думаю, что воевать с германскими племенами, у которых там практически все провинции уже уничтожены гунами, я не вижу смысла. Мы и так их значительно ослабим, захватив все их провинции, которые они отжали когда-то в Западной Римской империи. И они будут там сидеть с тремя провинциями. Ну и плюс там все-таки у нас Иллирия, которая тоже, я так смотрю, неплохо карает этих варваров и захватывает у них провинции. Итак, смотрим, что дальше. 400к гунов сейчас ворвались к нам в Саварию, взяли город в осаду. Я думаю, скорее всего, сегодня будет у нас одна из первых битв против гунов. Также 2 стака у нас находятся сейчас в Дакии, то есть они могут напасть либо на Вимикане, Сирдику или Тримонти, то есть на одни из этих как раз таки провинций. На Кавказе у нас пока все более-менее спокойно. Сейчас лазы, смотрю, Анакопию собираются отжимать. На востоке мы полностью забрали за Каспийскую область у афригидов. Кстати, тут надо будет нам сейчас поставить постройки. Строй, давайте здесь греческую церковь перестроим город. Поля тут, скорее всего, бессмысленно строить. Так, здесь у нас конюшни, стадо овец, давайте стадо овец и загон для скота. А конюшни убираем, они нам, в принципе, здесь не нужны будут. Вот, с этой провинцией все ясно. Так, тут у нас идет еще война сейчас с Аксумом. Но вроде как они не захватывают провинции. Мирный договор можно подписать. Я бы, кстати, не отказался бы их сделать своими марионетками, если бы они, конечно, захотели. Слушайте, а статус марионетки у них высокий. То есть вполне можно попробовать еще и денег за это стрясти. Нет, низкий. Да, в принципе, мне деньги, ладно, не нужны, не суть. А вот сделать их марионетками, и чтобы они приняли все войны наши... Это очень хорошо. Ну что ж, у нас сколько? 6 марионеток. Да, мы прям как сасаниды когда-то. Все отношения у нас с ними сразу начали улучшаться. Отлично. А с Набатией тоже отношения улучшаются. С гассанидами потихонечку ухудшаются. Но будем надеяться, что все-таки будут опять улучшаться. А с гарамантами до 200 падают. А с лазами до 258. Торговать не можем, да, с ними? Да, торговать с ними не можем. Ну, жалко. Жалко, что не можем торговать. Так, ладно. А фригидов нельзя случайно починить еще взять? Ну, низкий, да. Значит, мы... Хотя, давайте посмотрим. Так, статус марионетки низкий, нет. Марионеткой они быть не хотят. А Западная Римская Империя, ну-ка. По приколу. Шанс низкий, если мы вот дадим, вот, например, все деньги, которые у нас есть сейчас, предложим вам, как вы на это посмотрите. Тоже низкий. Ну и ладно. Ну что ж, неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. Я сюда собрался целый стак гнать. Теперь не надо. Теперь они попрут свои стаки как раз-таки сюда. На запад. Замечательно, все у нас... Рай открыта. Ну, кстати, вот у них, в принципе, вполне немало так армии. Немаленькая армия была. Я думаю, Набатия бы отхватила там тумаков. Ладно, хорошо, все, разобрались. Давайте вернемся в Галлию, посмотрим, что у нас тут происходит, как дела. Мы закончили с вами, в общем, на том, когда у нас как раз-таки ход пришел и высветилась победа. Поэтому тут у нас посносили здания. Сейчас надо поставить застроечку. Так, санитария. Тут... Капитолий, это под снос уходит, убираем.
тут улучшаем дом губернатора. Поля пока оставляем как есть. А Вена, все тут нормально, в принципе. Тут тоже все терпимо. Аустрику заняли, да, наконец-таки. Хорошо. Пускай ее отстраивают. А у нас, кстати, вот тут флот, да, тусит. И я бы, в принципе, сейчас его... Так как у нас все... Средиземное море у нас под контролем находится. Все Черное море, да, за исключением тут только вот Херсонеса, который сейчас гун отхватят. В принципе, флот нам здесь нафиг не нужен. Я думаю, что его можно перебросить в Бурдигалу, как раз для войны с гетами, с пиктами, с эбданами. Ну и со всеми там кельтами, потому что я вот посмотрел, здесь у них два стака вражеского флота стоит, плюс вражеские грузовые суда плывут сюда прям у гетов, поэтому я думаю, мы сейчас даже на марш его кинем, пускай по-быстрому перебирается. А может быть, даже сейчас настал момент, денег у нас немало, сколько у нас вот флотилия обходится в содержании? 4200. Вот единственное, флотилию очень далеко собирать нам приходится. Военная база нам нужна, да? Здесь у нас торговые причалы. Где можно военную базу? Только здесь можно военную базу сделать. В принципе, да? Равносильно, допустим, что мы здесь начнем флот собирать, пока его сюда притянем. Мы быстрее здесь, наверное, построим военную базу и начнем собирать флот. Скорее всего, так и сделаем. Тут у нас гараманты заняли территорию аварик. Блин, обломали нас жестко. И плюс еще на Лугдун идут. Но я думаю, что сейчас эбданы их сомнут. Мне так кажется, что ничего им там не светит прям. Так, если мы здесь армию выводим, что у нас тут по порядку? Он по нолям, да? Так, на дом губернатора улучшенный. Пища у нас 87. Что здесь можно построить вам еще? Рынок есть, акведук есть, греческий скит есть. Я бы еще что-нибудь на пищу построил, если бы можно было. Да вот нельзя только. Да, можем мастерские, в принципе, поставить. Пища у нас здесь еще появится. Так, давайте форум. Форум поставим, и тогда там построим винный рынок или невольный рынок. И готовим эту армию тогда на Аргентарат и на войну с алеманами еще вдобавок. А по армиям у нас сейчас лимит, да, вроде не можем новые собирать. Да, 12. Так, а вот тут мы где-то гнали стак целый. Давайте его туда перебросим, что ли, сюда. Раз такие дела. Плюс нам этот надо было переобучить полностью. Тут у нас больше нету, да, стаков. Все повыводили. Так, что у нас тут по построечкам? Блин, когда вот такие огромные империи, очень много времени тратишь буквально на один какой-то ход, чтобы все проверить, чтобы везде все нормально было, никаких восстаний, все учесть. А да, вот как раз-таки продуктовый рынок нам здесь нужен и улучшенный дом губернатора. Так, хорошо, ну что ж, надо вот тут что-то с гунами нам решать. Потому что если они нас решат проатаковать толпой, то я думаю, что вряд ли у нас удастся их остановить. Армия здесь неплохая. Так, что мы можем сейчас сделать? Попробовать подвести сюда раз армию. Единственное, потери, да, будут. Так, подвести армию 2. Вот сюда, да? Сколько у нас армии участвует в бою сейчас? Гарнизон, а вот Адальня не участвует сейчас, окей. А, либо она, по всей видимости, в любом случае не будет участвовать у нас. А, ночной атаки у нас нету сейчас. А гентиков тоже поблизости нет. Как же нам вас разобрать всех?
внушают страх. Бесстрашные, кстати, варские воины. Так, у кого нет анагров из вас? У вас у всех, да, есть анагры? Да, у всех минимум два. Ну, придется разыгрывать, что делать. Поехали. Так, туман ждем. Еще раз ждем. Сухая погода. Так, подкреп наш подойдет сбоку. Отсюда, да? Окей, мы тогда сюда пойдем строиться. Жалко, у нас анаграф нету. Каусю назад убираем. Так, вы у нас... Давайте вот тут. Стойте. Сейчас еще ждем отряды. Генерала вообще подальше убрать бы. Да, очень вовремя. Так, вот, кстати, копья. Давайте вот сюда идите. Сюда. Сюда. Так, стрелки. Тоже собирайтесь здесь. Так, еще стрелки. Отлично. Единственное, дополнительная кава, да, не вышла к нам на помощь. Так, давайте вот этими бичами пойдем попробуем вытянуть снаряды сейчас. Да куда у них большой нагород? Сюда стреляет, да? На тем разомкнутый строй. Все, полетели. Ох, попали. Так, а там у них где еще нагры? Все, отстрелялись, парни. Нет, последний залп.
Так, ну они в бой идут, кстати. Все, идут. Теперь точно идут. Так, вот этих, наверное, мы оставим в запасе вот здесь. Врубаем черепаху всем. Раз, два. Так, ну куницы, кстати, на удивление, у них немного. По крайней мере, то, что тут идет сейчас, и то, что там позади идет, то в основном пехота. Так, давайте кого, наверное, чуть подальше уберем еще. Начальника здесь врезать не получится, да, как всегда мы делали. Быстренько его снять. Потому что сзади еще толпа прется. Так, ну давайте побыстрее, подходите. Так, кого идет в обход? Сразу, да, с именно конными стрелками мы занимаемся. Так, эти будут, по всей видимости, сзади пробовать нас обойти, но вряд ли у них там что-либо получится. Отлично. Да чё, кто его там шибанул-то? Ну точно не мы, либо это другой полководец был. А, ну да, вот Зизи этот. Нахрен вы здесь пройдете? Давайте лучников, лучников в первую очередь забираем. Так, назад, 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 назад. Конницу они всю практически свою реализовали. Давайте выходим, выводим их тогда сюда сейчас. А, надо бы... Так, опять идут сюда в ближний бой. Центр у нас прожимают. Центр прожимают. Давайте, давайте, давайте вот сюда отряды. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Противник собрал войска и вернул их в бой. Так, лукари вырвались вперед. Все, здесь... Тоже прочистили проход. Так, сомкнуть ряды. Так, окей, занимайтесь этими. Вставляем вас. А, там у нас генерал.
Надо быстренько успеть до того, как начнут выходить еще отряды. Давайте вот так. Вот так. Вы за варскими стрелками. Вот этих забираете. И вот этих сшибаем всех. Выводим кабу ударную. Генерал Тварина выбежал. Прикиньте. Говнюк сбежал. Просто сбежал говнюк. Если его сейчас другие не долбанут. Там вон еще выходит отряд. Давай сюда, иди сюда, иди сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, долбанули. Так, лучников пока что отрубаем всех к чертям. Блин, у нас топор каву нашу сдерживает, топорников и вывести особо не выведешь, потому что иначе сольем сейчас их. А нам надо хорошенечко прочаржить вот это мясо все. Все, вывели, да? Отлично. Так, отходите, отходите, отходите. Давайте сюда. Раз. Два. Три. Четыре. 5. Так, уходите, уходите. Давайте к своим, к своим, к своим, к своим. Сломлены и пытаются спастись бегством. Кажется, удача на нашей стороне. Да еще б не на нашей. Не без потерь, но на нашей, да. Там, конечно, еще выходят отряды. Лучники-демоны выходят. Вот как-то, кстати, смерть полководца не особо, да, повлияла на них морально как-то. Лучников придется сейчас припасти пока что. Так, кава, 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 давайте. Вот эти боспорские войны или нет, отборные варские войны. Чувачки вообще жесткие, прям до конца держатся, смотрю. Им похер, не тверды, не то, что там бы паниковали там. Нихера. Нихера. Так. Лучники, демоны. Гуны. Мы свой порядок нарушили, да, взяли весь. В надежде, что сейчас нам придется сокрушить их, а нихера. Нихера, мы их не сокрушили. Они все бьются. Им абсолютно похер. Так, я смотрю, сплошная стрелковая кава идет. По боезапасу у нас там, конечно, так себе дела, но... Более-менее. Главное с этими разобраться, блин, посмотри, блин, по одному воину осталось. И держат нас так. Кого бы вывести свою сейчас все? Выходите, давайте. Сейчас будем толпой принять каждый
Сколько у нас? 6 лучников? Нет, подождите, не 6, вот еще лучники у нас. Это помощь как раз таки выходит. Это как раз таки помощь выходит наша. Вас уводим. Черепаху. Смотри, этих не добили. Надеюсь, сейчас эти твари не ворвутся в ближний бой. Не знаю, сколько там еще будет идти у них, потому что вылазят и вылазят отряды. Стоп, давайте в черепаху. Что за ними гоняться? Пускай наши лучники работают. Прошибаем их. Готовы. Ай, куда же вы вырвались? Там тоже кого-то догнали еще, удивительно. Ну и сейчас перестреляют. Очень так неплохо. Блин, ну я забыл, что у них черепаха атакующая. Поэтому они у меня вырвались вперед. Поэтому они вырвались вперед. Вот сейчас поможем им. Давайте вот этих варских стрелков забираем. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Ну все, гуны попали. Давайте вот этих присанем последних и все. До хера убежала их. Так, хорошо, теперь, блин, надо как-то вот у тех парней повыкуривать с анаграми. Надо максимальную ширину строя.
давайте вот у тех, давайте, оп. Раз. Вам достанется, к сожалению. Ничего не сделаю. Они сейчас убегут, твари. Они постреляют и убегут. Вот и все, да. Мы их даже не догоним их, вот в чем обидно. Вот что обидно. Просто убежали. Не, ну у них, конечно, их было поменьше, да, но войска были лучше все равно. Там еще вот этот не цапанули, да, я так понял. Добивать их не будем, пускай валят. Так, отходим теперь. Давайте подумаем, как отойти, куда отойти. А, здесь 20 отрядов. Здесь мы потеряли кого? Потеряли мы протекторов доместиков сейчас. А, и у тебя особо никуда не уведешь. Ну, давай вот сюда отходи. Раз. Ты у нас сюда. Сапине. Пополняться мы не можем. Тут можем пополниться. Эта армия у нас, в принципе, не принимала участия в бою. Она у нас здесь остается. Пища минус 241, нас грабят. Атилку бы долбануть. Долбануть бы нам Атилку. Ладно, завершаем ход. Так, ну, этот ход мы с вами пережили. Сюда куча агентов, что тут армии. Ох, чисто, чисто конная где-то вот была, вот она. Ё-моё. А здесь смесь идет с наемниками уже. Так, по исследованию мы сейчас ставим тогда. Давайте, наверное, силы федератов. 25 тысяч, да, ну вроде стоит. Да, 25 тысяч. Так. У нас порядок сохраняется. На тебе дом губернатора. На форум. Где у нас Атила? Вроде как показывает, что где-то рядом с гепидами он находится. Или просто это время. А, вот он, да. Вот он. Заказное убийство. Успех. Так, восстание вот это надо подавить. Куча награв, блин. Парочку к себе взять бы. Было бы неплохо. Не дали. Ладно, хорошо, тут собираетесь. Давайте сюда. Так, так, так. 5 отрядов стрелков, давайте возьмем палатинскую схолу. У них идет атака против конницы 20. У этих нету. Палатинскую схолу возьмем. Еще. И клебанариев. Вот. За два хода у нас армия скомплектуется. Так, отсюда теперь вот этот легион, раз он нам не нужен, потихонечку тянем его во Фракию. А здесь... то пища 68, но чем-то они все равно недовольны. Давайте на уровень снизим эту застройку конюшни. На марш сюда рванем.
Не рванем. Ну, хотя бы, может, они даже если сейчас не нападут на нас или нападут, мы быстренько перехватим поселение. Хотя там сейчас гарнизон усилился у нас значительно. Что здесь у нас? Эбданы, да? Смотрите, странно, гараманты оставили аварик. Очень странно. Ну, пока здесь что, вы грабите его просто? А, в осаде держите, вижу. Давайте так посмотрим, что у нас там. Избыток острова. И давайте рынок возведем здесь. Рыночек. Снос центра городка. А здесь... Ракушку. Это доламываем. А возведенные постройки акведук третий, городок третий. Ював. А торговые причалы вторые. Продуктовый рынок. Греческий скит. Конюшня. Загон для скота. Колония второго уровня. Пускай остается. Стадо скота. Еще одна колония. Нарвомарциус. Капитолий. Поставили на улучшение. Тоже чисто конница. Что у нас в Маркианополе, если что? Так, комплекс пехоты. Мастерская плотника. Для нагров, да, больших стоит. А здесь стойло конницы. Давайте тоже улучшим. Давайте вот здесь, наверное, место поставим хранилище припасов мы. В принципе, тут рядышком нам забегать будем. Здесь пехотку набрали. Здесь набрали быстренько стрелков. Все взяли. Давайте казармы застрельщиков мы сейчас... Ладно, не будем перестраивать. Казармы застрельщиков. Просто здесь будет удобнее нам застрельщиков формировать. Они сразу будут уже с нормальными стрелами идти. Давайте здесь застрельщики будут у нас... Здесь мы застрельщиков переделаем в комплекс пехоты. То есть быстренько набрали застрельщиков, переобучили, взяли анагры, зашли в Лигурию, собрали пехоту, собрали конницу. Тут рядышком, в принципе, вот она линия границы. Зашли, переобучили их в улучшенные доспехи и все, побежали дальше. Как-то так. Ну, давайте вот эту армию сейчас выведем сюда. Уйдем в засаду. Сейчас, если вдруг аварик захватят, мы контратакуем их. Так, подстрекательство. Успех. Противник начал осаду с авария. Снова, смотрите, прутся сюда толпой. Вот вы достали. Что там у вас за толпа? Хотя бичи во многих армиях тусят. А вот тут чисто конница. Ай, Дардания, избыток Сима. Наконец-таки. Наконец-таки. Нате вам поля, улучшайте. И по пище вы выйдете у меня наконец-таки в плюс уже. Так... Какое поселение лучше расстроить? Тут у нас оружие стоит. Щиты, да?
В принципе, мне кажется, можно пустырь тут в основной провинции отстроить и тогда поставить казарму на кузницу. Пускай здесь будет кузница. Так, а вот тут, кстати, у нас местечко под что есть. Я вот думаю, может здесь нам тоже кузницу построить вместо церкви. Смена религии франки и латинское христианство. А возведенные постройки: губернатор, дом губернатора, акведук третий, стадо скота второе. Натя, дом губернатора, муниципий второй. Сразу городочек тоже улучшаем до третьего. Акведук второй. Ой, точнее третий, да? Третий. Продуктовый рынок третий. Оставляем Капитолий. Это как раз мы его сейчас улучшили. Водоем второй. На водоем второй. Цивита с первого уровня. Строим во второй уровень. Так, поля эти доламываем. Кведук улучшаем. Продуктовый рынок, водоем. Так, отлично. Снесли дом разводчика лошадей и снесли конюшни. Вот здесь. Так, и вот как раз-таки вот это восстание сейчас надо додавить будет взять. Единственное, чтобы тут не пришли еще. Ага, они не отступают. Замечательно. Все, быстренько с ними справились. Все равно... Бардак, да? Пока что. Минус 7. Так, по исследованию силы федератов изучили. Давайте тогда... оборонительную логистику и уже размещение на постой. Вот так вот пойдем сейчас по изучению. Что у нас тут в итоге вырисовывается? Армия более-менее восстановилась. Здесь армия тоже более-менее восстановилась. Вы тогда у нас уходите в Сирмии. Уходите в Сирмии. Так, здесь пока остаемся так же стоять, как и стояли. Может, чуточку ближе действительно подойти. И в засаду. Так, с агентом тут что-то решить надо. Что с ним делаем? Манипуляция убеждения 57%. Успех, ничего не получилось. Так, а где наши еще агенты? Давайте поищем их всех. Так, раз. Тут у нас стоишь. Нифига себе, ты забрел. Далековато. Манипуляция принуждения 80%. Критический успех, отлично. Отлично. С авторитетом 7 переманили мы. Замечательно. Так, ты. Что с тобой делаем? Давай сюда. Сейчас они, видимо, тут разобьют ингипидов. А, и ты у нас тут еще стоишь, тоже следишь. Бдишь. Так, жрец пускай здесь и стоит. Этот, да, тоже пока здесь сидит. Тут у нас как порядок, минус 1, да, 5. Здесь 8, а что здесь у вас? Пища 10, вроде все хватает. Найте вам. Вот так вот. Второй у нас здесь, четвертый. Вот как раз только что переманил агента. Ну тут, короче, тоже либо сейчас атаковать надо. Нельзя дать им вместе провести атаку. Ну вот конницы до херища. We
В общем, будем, наверное, атаковать. Сюда подведем. Вот. Ready for battle. Ready for battle. Да ладно, а чё он его не принимает участие у нас? Ready for orders. Окей, давай сюда. Advance. Hear us, Lord. Странно. И мне это не нравится. Commander. On the move. Во, все. Так-то лучше. Ну что ж, в следующей серии мы их разобьем. В этот раз уже будет не 4, не 3 стака, а 4. Ну, первый он как бы вшивенький, мы быстренько с ним разберемся. Так, другие три у нас получается чисто кава. Лучники, демоны, стрелки. Тут у нас смесь идет с пехотой. И здесь тоже пехотка, воины фирсов. Ну, полегче, полегче стак. То есть получается 4, а стоит здесь не 4, мне кажется. Здесь их побольше стоит. Да, здесь получается у нас вот эти вот, вот эта вот толпа будет принимать участие. А вот те вот целенькие как раз таки. Или вот эти, нет, вот эти точно будут биться. Как раз таки вот они, воины. Раз, два, три. А может и все будут. Ну ладно, в общем, не суть. Всего их 5000 будет. Разобьем обязательно в следующей серии. Ну а сегодня, если вам понравилось такое вот прохождение, не забудьте поддержать лайком. Что ж, ведем войну с гунами. Всем удачи, друзья. И увидимся на новом видео.